Доброе утро. В эфире новости. Этот день вместе с вами начинаю я, Антон Скаль. Сразу к выпуску. В Заринске прошел рейд по местным лесопилкам. Тема – неформальная занятость. Представители рабочей группы выявили 7 фактов, когда сотрудники трудились за черную зарплату. Специалисты рабочей группы пообщались с теми, кто предоставляет населению услуги по распилке и изготовлению пиломатериала. Рейд показал, что большинство людей, работающих на этой лесопилке, не трудоустроены. Администрация города Заринска. Меня зовут Ирина Юрьевна Богданова. Задание пришло из краевой администрации посмотреть, как наши пилорамы работают. Вот у нас по этому адресу есть... Хозяйка числится. Кто? Качесова Светлана Владимировна. Нет? А кто? А как называется? Да хоть кто тут? ИПО, как вы называетесь? Здесь вообще, то есть, как бы это частное. Ну, понятно, частное, но как хозяин-то звать? Теперь специалисту по охране труда предстоит выяснить, оформлены ли земельные участки, зарегистрированы ли предприниматели в налоговой, после чего руководители лесопилок пригласят на заседание рабочей группы по выявлению неформальной занятости. Там назначат срок, за который им необходимо составить трудовой договор и оформить земельный участок. Если нарушители не исправят замечания, им придется заплатить штраф в размере от 5 до 100 тысяч рублей. Алтайскому краю 80 лет, и телеканал «Катунь-24» приготовил необычные подарки для своих телезрителей. Цикл сюжетов про историю районов родного региона. Сегодня рассказываем о Красновщековском. История этого района берет свое начало в 1934 году. А вот его райцентр, село Краснощеково, появилось раньше на 186 лет. Сначала село состояло всего из десятка дворов на берегу реки Черыш, окруженных со всех сторон лесами. Но из-за изменившей свое русло реки жителям Краснощеково пришлось переселиться на более возвышенную местность. Такое вынужденное переселение хоть и пошло удачно, но далось местным жителям с большим трудом. Это были люди-титаны, потому что в тех условиях, в сложном климате, в бездорожье, в отсутствии какой-либо связи, то есть мы не можем даже представить себе той, ну, одичалости, дикости, вот, того некомфорта, в который они попали. Они жили, в общем-то, жизнью медведей. Названия района и села пошли из народа и имеют 3 версии. Если верить первой, то в Краснощеково жили красивые девушки с розовым румянцем на щеках. Второй вариант гласит о том, что в районе и селе паслись коровы с рыжими отметинами на боках. По третьей версии, по мнению историков, наиболее вероятно считается, что название вовсе связано со скалами, которые образовались на поворотах реки. Там, где есть железистые породы в этих скальных грунтах, там есть красный оттенок. Это рыжие скалы. И поэтому Краснощеково может быть названо также и по географическим причинам. Проехать по забытой дороге. Одноименный автопробег прошел в Шипуновском районе. В нем приняли участие члены патриотических клубов «Боевая колесница» из Шипунова и «Колесо истории» из Барнаула. Водители проехали по дорогам района, которые ведут к заброшенным селам. Именно этим маршрутом во время Великой Отечественной войны возвращались бойцы родом из Шипуновского района. Всего автоколонна посетила 7 деревень и поселков района. В техническом парке пробега были как современные внедорожники, так и ретро-автомобили. Самый яркий из них – ГАЗ-М72 «Победа». Как признается владелец ретро-кара, сделать такую машину трудно, но результат того стоит. Был очень большой объем работы. То есть запчасти как-то получилось так, что больших проблем не было. То есть купил я еще 5 таких автомобилей. То есть из 5 собрал, вот одну свою отремонтировал. То есть запчасти довольно-таки, ну, редкие. На этом у меня пока все. Я передаю слово моей коллеге Елене Хорошавцевой в студию «Утреннего канала».